Get Movies. Канал для всей семьи. Приключилась беда, их крепка дружба, Полирабакар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли, всех смелей он и быстрей. Рой, нету никого сильней. Эмбер, всех умнее и добрей. Хели, он летает в облака выше всех. Очень смел их отряд Полирабакар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Полирабакар. И они вместе всегда, вместе всегда. Робокар Поли и его друзья. Ой, не могу понять, куда я еду. Ой, мне больно. Это болото! Спасите меня! Я же дома. Ой, как поздно! Просыпайся, Скуби! Сегодня воскресенье. Просыпайся, Скуби! Из чего ты решил, что он сломан? Все нормально. Ты купил его всего неделю назад. Он не может быть сломан. Послушай, он не работал сегодня утром. Он точно не звонил. Может быть, ты так крепко спал, что не услышал его? Нет, этого не может быть. Хорошо, Скуби. Скажи, с тобой что-то случилось? Что? У тебя везде царапины, все шины спущены. Что? Мои шины? Ох! Не пойму, Скуби, каким бы страшным ни был твой сон, как ты мог не заметить, что твои шины проколоты? Так, готово. Это было так страшно и как будто наяву. В любом случае, извините, что побеспокоил вас, ребята. Ничего. А скажи, почему тебе приснился плохой сон? Скуби, возможно, тебя что-то беспокоит? Ну, единственный мой страх – это опоздать на работу. И из-за этих кошмаров я постоянно опаздываю. А может, тебе снятся кошмары из-за страха опоздать? Да. Точно. Постарайся успокоиться, и у тебя будет глубокий, крепкий сон. Да. Ох. Спасибо. Мне уже пора ехать. До свидания. Пока, Скуби. Привет, Пости. Привет, Скуби. Эй, ребята, привет. Привет, Пости. Очень рад видеть вас. Как раз привез вам письма. Спасибо, Пости. Пожалуйста. Ребята, а вы в курсе, какие слухи ходят о Скуби? Слухи? Ну да. Я слышал, что Скуби бродил по округе и играл в грязи всю ночь напролет. Лично я считаю, что по ночам лучше спать. Теперь я понял. Все просто. Скуби снятся страшные сны, потому что он бродит всю ночь. Ты прав. Я даже и не предполагала, что Скуби так любит играть. А вам не кажется, что все это странно? Что все? Скуби, который всегда жил по расписанию, вдруг начинает бродить по ночам и опаздывать каждое утро. Думаешь, есть какая-то причина? И может быть, в этом и кроется источник всех его ночных кошмаров. Да. Брось! Только не надо преувеличивать. Мне тоже иногда снятся кошмары. И к тому же, многие любят играть допоздна. Ты прав. Но все же странно, что Скуби так изменился. Ладно, я навещу его сегодня и попробую выяснить, почему Скуби бродит по ночам. Ох, а что, если я не услышу будильник и опять опоздаю в школу? Ох, ладно.
В любом случае, сегодня я вообще не буду спать. Тогда у меня не будет кошмаров. Не буду спать. Я не буду спать. Не буду спать. Ну, Скуби, сегодня я раскрою твою тайну. Ну почему ничего не происходит? Вот он. И куда это он собрался? А? Скуби, берегись! О, ну знаешь, это уже слишком. Что? Тернистая дорога? Минутку. Это то самое место, которое снилось Скуби в кошмарах. В моем сне я пересекаю опасный мост Совиной долины. Затем еду по тернистой дороге. А потом вдруг падаю в болото. О, нет. Потом болото? Скуби! Осторожно! Нет. Скуби, остановись! Это не сработает. Стой! Скуби, стой! Не может быть! Неужели он спит? Хелли еще не вернулся. Может быть, со Скуби что-то случилось? А? Джин! Куда я это положила? А что ты ищешь? Ну, это... Нашла! Хелли! Джин, это срочно! Скуби сейчас утонет в болоте, и он спит! Что? Я не шучу! Скуби погружается все глубже! Вы все слышали? Срочно поезжайте туда! Хорошо! Прошу тебя, пожалуйста, проснись. Ой, они здесь. Скуби тонет в болоте! Понял? Поторопимся! Да! Давай! Надо вытащить его, пока он спит! Понял? Эмбер, считай, на счет три тянем его вместе! Хорошо! Хелли, посвети на Скуби! Хорошо! Ну что, все готовы? Да! Отлично! На счет три! Один, два, три! Один, два, три! Один, два! Ой! Что такое? Осторожно! Давай, Рой! Успокойся, Скуби! Это же мой кошмар! Скуби, просыпайся! Это вовсе не сон! Что? Значит, это не сон! Эмбер, успокойся! Мы сейчас вытащим тебя из болота! Не может быть! Неужели все это было не во сне? Скуби, мы обязательно вытащим тебя оттуда! Держись, осталось чуть-чуть! Хорошо! Рой, ну-ка давай еще разок! Да! Что? Лунатизм? Да что это вообще значит? Лунатизм – это когда ходишь во сне и не сознаешь этого.
Иногда это бывает в результате сильного стресса. Или если есть проблемы со сном. Не могу поверить! Получается, что все эти кошмары были в реальности? Вот почему у тебя были эти непонятные царапины. Выходит, Скулби подвергал себя такой опасности, потому что у него этот самый лунатизм? Можешь нам сказать, когда это началось? Это началось неделю назад. В то утро я проснулся поздно, потому что будильник не зазвонил. Опаздываю! Я так торопился! Дети могли опоздать из-за меня! Быстро, прочь с дороги! Я подъехал к автобусной остановке и... После того случая я начал беспокоиться обо всем. Если бы будильник сработал, я бы тогда не опоздал. А если бы я не опоздал, то не произошел бы тот случай. Именно тогда мне начали сниться кошмары. Что же мне делать, а если так будет каждую ночь? Не волнуйся, Скулби, ведь лунатизм можно вылечить. О, правда? Конечно. Скулби, ты же видишь, что будильник в полном порядке, не так ли? Так что не волнуйся ни о чем и постарайся крепко заснуть. Если честно, мне все-таки страшно. Тогда возьми мой будильник. Он еще ни разу меня не подводил. Будильник звонит с утра, значит, вставать пора. Кто рано встает, тому днем повезет. Правильно. Если будешь думать о хорошем, тебя ждет отличный день. Поэтому ты будешь спать крепко-крепко. Попробуй. Ладно, мой будильник отлично работает, он не сломан. Я услышу будильник и не опоздаю. И поэтому я могу крепко спать. Я могу крепко спать, потому что мой будильник отлично работает, и он не сломан. Кажется, Скулби заснул. Надеюсь, ему снятся хорошие сны. Ура! Отличный день! Скулби! А, ребята! Хорошо спалось, Скулби! Да, я действительно крепко проспал всю ночь. Как только я рассказал вам о своих страхах, мне стало намного легче. Это здорово! Если снова возникнут проблемы, расскажи нам. Хорошо! Спасибо, ребята! Мне пора ехать в школу! Пока, Скулби! Ура! Робокар Поли и его друзья. Как дядя мог оставить Бруни на меня? Я так занят. Бруни, подожди меня. Быстрее! Из-за тебя я опоздаю на работу. Ого! Как тут здорово! Бруни! Что ты тут делаешь? Брунер, я хочу покататься на этом. Нет, это тебе не игрушки. Не смотри по сторонам, поезжай за мной. Брунер, подожди меня. Значит, вы начали строительство железной дороги сегодня? Угу. Я только начал подвозить стройматериалы. Понятно. Если вам понадобится помощь, можете обращаться в любое время. Спасибо. Мистер Билдер! А вот и мы. Здравствуйте. Привет, Бруни. Привет, ребята! Привет, Бруни! Так, Бруни, познакомься. Это Полли, а вот это Эмбер. Привет, привет. Очень приятно. Привет, друзья! Какой милый малыш! Милый? Я уже устал от одной мысли, что проведу день вот с этим непоседой. Что? Оказывается, у Брунера есть кузен? Угу. И он очень похож на Брунера. И он играет в мяч так же хорошо, как и Брунер. Брунеру повезло, что у него такой брат. Точно. Если бы у меня был брат, похожий на меня, я бы его очень любил. Ну, если брат был бы уж очень похож на тебя, нам пришлось бы туго. Почему? Вот так! Ой! Бруни! Отойди и не мешай! Ну почему ты плачешь? Что тут происходит? Это ты довел своего брата до слез? Но этот Бруни мешает мне работать! Наверное, Бруни тут скучно. Ты хочешь поиграть в мяч с друзьями? Ой, а это можно?
Нет, нельзя! Почему же? Заканчивайте работу и проведите время с Бруни. Заодно и сами отдохнете немного. Я остановлю работу на складе. А ты, Бруни, веди себя хорошо. Пока, ребята. Пока! Берегите себя! Играй в мяч! Бруни, беги вперед и возьми мяч. Ребята ждут тебя на площадке. Ладно! Играй в мяч! Иногда так хочется отвести его подальше и просто оставить там. Оставить там! А что, отличная идея! Брунер! Вот я принес мяч! Бруни, ты хочешь поиграть в одну интересную игру в мяч? Да! Но для этого нам нужна лестница. С лестницей игра будет намного интересней. Лестница! А где нам взять лестницу? Вон там, за домом мистера Билдера. Думаю, ты достаточно силен для того, чтобы принести ее самому, да? Да! Бруни очень сильный! Ура! Лестница! Извини, Бруни, только сегодня мы не будем играть. Лестница! Ой, Брунер, где ты? Брунер! Эй, а где Бруни? А Бруни, кажется, устал сегодня. Знаете, он так набегался, что заснул, как только вошел в дом. Вот и отлично. В прошлый раз мы не смогли поиграть как следует. Нам мешал Бруни. Но с ним все будет в порядке. А вдруг он испугается, когда проснется один? Испугается? Ну что вы, это смешно. Ладно, давайте играть. Джин, скажи, где золотисто-радужный мячик? Ты мне его подарил, а теперь хочешь забрать? Понимаешь, я хочу отдать его Бруни. Найди его быстрее. О, Хелли, ты мне мешаешь. Хорошо, подожди немного. Готово, Полли. Спасибо, Джин. Ну, если ты уже закончила, может, поищешь мяч? Ведь иначе Хелли от тебя не отстанет. Точно. Ох. Ну почему я должна отдавать мяч Бруни? Где ты? Я заблудился. Ой, веселые качели. Ой, он поднимается. А, вот это круто. Брунер! Брунер, так? Да что это с тобой? Ты опять уронил мяч. Ладно, попробую еще раз. Да, кстати, здорово, что с нами нет Бруни. Ну да, надеюсь, что с ним все в порядке. Где ты, Брунер? Нет, я больше не выдержу. Ребята, понимаете, мне нужно домой. Пока поиграйте без меня. Брунер! Какая муха его укусила. А? Бедный малыш, только бы с ним ничего не случилось. Не следовало оставлять его одного. Мне уже чудится его голос. Брунер! Что? Помоги! Бруни! Ну куда же я его положила? Хелли расстроится, если его не найду. Да, команда спасателей? Джин, случилась беда! Брунер, в чем дело? Срочный вызов! Срочный вызов! Малыш Бруни застрял в подъемнике! Вся команда выдвигается прямо сейчас! Хорошо!
Как мне жить, если что-то случится с Бруни? Не волнуйся, все будет хорошо. Бруни, ты только ничего не бойся. Стой там и жди нас. Быстрее, мне страшно. Эмбер, установи систему безопасности. Хорошо. А ты, Хелли, поставь штифт, чтобы мы могли подняться на крышу. Хорошо. Готово? Но кажется, что-то застряло в подъемнике. Странный сигнал. Правда? Сейчас поднимусь и посмотрю. Поли, все готово. Вперед, Рой. Есть. Хелли! Сюда! Ну давай, Рой. Поли! Ты как, в порядке? Да! Ты просто молодец, хорошо держался. Будем выбираться отсюда? Да! Ага. Вот оно что. Нам надо торопиться. Рой, поднимай нас! Да! Бруни, ничего не бойся, я с тобой. Понял? Поли! Что случилось, Поли? Продолжай! Понял. Держитесь, я начинаю. Ага. Бруни, ты что, испугался? Да. Этого бы не случилось, если бы я присматривал за ним во время игры. Не переживай так. Бруни уже в безопасности. Бруни! Бруни! Брат! Я так испугался! Это все моя вина! Прости, Бруни! Знаешь что? Жаль, что ты уезжаешь так скоро. Да! Еще увидимся, Бруни! И еще, пообещай, что впредь ты будешь более осмотрительным. Ладно! Ребята! Джим! Чуть не опоздала. Привет, Джин. Сейчас. Та-дам! Ух ты, все-таки нашла. Конечно, это же твой любимый мяч. Бруни, держи, это тебе подарок от Хелли. Ого, это же мяч! Брунер, смотри! Да, отличный мяч. Спасибо, Хелли. Спасибо, Хелли! Пожалуйста, будешь теперь играть со своим братом. Босс, если можно, я отведу Бруни домой. Хорошо. Береги себя, Бруни. Пока, Бруни. Приходи в гости. До свидания. А что чувствуешь, когда у тебя есть младший брат? Думаю, даже если он иногда тебя раздражает, тебе одиноко, когда его нет рядом. Все как у нас с тобой. А? Что? Хочешь сказать, я тебя раздражаю? Да я пошутила. Да? Спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хелли! Он летает. Приключилась беда. Их крепка дружба, Поли Робокар. И они вместе все